Хей-хоу, ребятки, всем привет, с вами Борода, это Arena of Valor, и мы делаем третий бой за Артура. Сегодня в третьем бою мы наконец-то определимся, насколько хорош, насколько эффективен этот герой, стоит ли его использовать в самом начале, в самом этапе, первинном этапе развития и познания этой игры, познания мобы, мобайла в целом. У меня оригинальный костюм, два боя мы сделали, один бой Великая Битва, один бой 3 на 3. В боях 3 на 3 Артур оказался самым таким неэффективным, к сожалению, потому что для разгона, для раскачки ему надо гораздо больше времени. Но, тем не менее, эффективными мы есть и будем. Хорошо, как обычно, ребят, урон по области обязательно, дамаг обязательно, первостепенно. А почему урон по области? Потому что дамаг маленький, если мы будем какого-то конкретного чела бить, не имея какого-либо крита и высокого показателя дэмэджа, мы ничего не сможем сделать и никак не сможем помочь. Изначально начинаем раскачку только на миньонах. После того, как валим вражеских миньонов, переходим сразу же на крипов. Иначе вафля. Так, но изначально так убиваем именно миньончиков, по возможности, если есть такая возможность, можно зацепить и, конечно же, героя. Так, а после этого убиваем первую волну, переходим на убийство крипов. Это обязательный фактор, потому что без этого ты никак не выкачишься, особенно на Артуре. Снаряжение. Как видите, у меня появилась броня, но броню я не спешу покупать, если есть выбор, конечно же. Если выбора нету, то, блин, ну чё, приходится делать то, что делаешь. Так, появился миньончик, поехали. Так, подвалим. Это всегда вкусно, это всегда хорошо. Как обычно, снаряжение первостепенно это дамаг, второстепенно это скорость. И третий в этом списке как раз таки стоит деф. Защиту мы берем в последнюю очередь, потому что мы изначально падаем и так жирными, довольно крепкими ребятами, поэтому... Это стоит у нас на последнем пункте. Изначально я выкачиваю всегда, ребят, запомните, всегда выкачиваю дамаг, потом скорость и потом только броня. Вот видите, третьим этапом всегда идет бронь. Скилл массовый. Массовый скилл нам позволяет наносить и обычные физ-атаки, что невероятно круто, и пока что мне это больше всего нравится. Очень круто... навык скорости, который помогает тебе как и нанести крит-удар, так и в нужный момент свалить от врага, понимаешь? И это очень круто. Этот скилл мне нравится больше всего. Остальные два скилла у него идут, ребята, уроном по области. И это тоже очень круто. Это довольно эффективно, я вам скажу. Я от этого... в очень хорошем восторге. Так, у нас тут нужна помощь ребятам. Так, я ее дам, почему нет. Заодно героичка снесем вражеского, чтобы он нам не мешал. Хорошо, дальше валим крипов. Получаем оргазм от игры, потому что игра по кайфу. Мы лидируем, причем мы лидируем пока что в сухую, так сказать. Ни одного нашего героя не было убито. Так, скорость передвижения я, пожалуй, возьму, потому что я довольно медленный, я не люблю быть медленным. ОЗУ я не улучшаю пока что, вроде как команда очень даже хорошая. Я улучшаю ОЗУ лишь в том случае, ребят, если это требует количества и умения моих партнеров. Глупейшая ошибка на самом-то деле, но жажда забрать врага меня никогда не покинет. И если я вижу шанс убить его, я его убью. Тем более я погиб стоящий, так сказать. Кровь за кровь, глаз за глаз. Я доволен. Хотя это была и ошибка, естественно. То есть этого я не отрицаю, и понимание... прекрасно. Дальше идем обратно на крипов. Как я и сказал, ОЗУ я не качаю. Не качаю по той причине, что напарники вроде как опытные, вроде как хорошие. Это означает, что я буду сейчас сражаться не за первое место, а сражаться за MVP-шку. Потому что уже понимаю, что будет получить ее довольно сложно. Ну и, конечно же, у меня есть возможность, конечно, раскачаться, не трача деньги на снаряжение, которое улучшает мне
ОЗУшку. Это очень для меня хорошо на самом-то деле, потому что очень часто в пятикаточках, которые я выкатал за Артура, мне приходилось тратить денежку таки на снаряжение, которое улучшает все-таки ОЗУшку. Это плохо. Я хочу посмотреть, насколько силен в именно командной игре, именно хорошо сбалансированной команде Артур. Вот как раз таки мне предоставляется такая возможность. Беру все, кроме ОЗУ. Это просто идеально, ребят, чтобы вы понимали. Хорошо, поехали. Раскачка безумно быстро идет сейчас. Ни одного героя не умерло, кроме меня. У меня единственная смерть. Поэтому MVP будет получить еще сложнее. Ну, я не делаю себе жизнь проще, как обычно. Так, что-то там нашу башенку один гер пытается снести. Не знаю, попробую я его в соляну вынести. Что там получится, не получится? А, получится на изи просто. Да. Забегался он на самом-то деле, заигрался. Зря он так сделал. Так, я маг защиту возьму. У них там вроде как колдунишка есть какой. А, поэтому мне сыграет на руку. Окей. Надо отойти, потому что там лучники и миньончики стали под деф башенки. Конечно же, я ничего им сделать не могу. А мне это, естественно, не нравится. Так. Хорошо. Деф. Больше дефа. Наших миньонов я не вижу. Центр мы давим неплохо, мне нравится. Хорошо. Ультимейт, ну, неплохо. По-моему, это хорошо, да, ребят? Мне кажется, это очень хорошо. 17-1 счет, как-то, знаете, даже, если честно, не верится. По-моему, это безумно, и я не понимаю, как ребята могут играть настолько дерьмово. Но, тем не менее, решать это не мне. Пускай будет и так. Это их игра, на самом-то деле, я в КЗ. Первый раз купил снаряженьку, которая делает упор на ОЗУшку. Надо бы свалиться под башни. Я умирать не хочу. Так. Не знаю, вот сейчас, конечно, с таким количеством ХП опасно находиться здесь. Я бы рискнул, наверное. Я бы рискнул и попытался убить еще парочку мудаков. Сейчас посмотрим, получится, не получится. Рискованно! Но все для вас, друзья. Все для вас. Сейчас я защиту себе выкачу. Вот, левел пошел. Хорошо. Миньонов подождем. Отлично, можно свалить башню. Поехали. MVP. Я вряд ли получу. Убийств у меня довольно мало. Но, тем не менее. Ну, давай. Хорошо. Успел зацепить. Успел выцепить все-таки, понимаешь? Боялся, что не успею, но смог. Не-не-не-не-не-не. Добил. Но добил за счет того, что он стрелок. Понимаешь? Или колдун. Неважно. Дальнострельный он. Мне-то пришлось бы под башенку заходить. Это никак не канает. Я там умру под башенкой. Под башенку я не хочу. Вот, вот таким навыком я могу спокойненько кого-то там убить издали. Но меня-то тоже дамажит, понимаешь, дружище, вот в чем проблема Брежневика. Сложно. Иногда бывает очень сложно. Ну а ты, кстати, братиш, ты-то лайк уже поставил, а? Не забудь. Это очень важно. И, конечно же, комментарии я всегда от вас жду, друзья. Комментарии — это самое вкусное, самое приятное, что ты можешь сделать для бородача. Ну, тут осталось-то, блин, добить. Вот я думаю, сейчас с этой волной можно врываться и спокойненько добивать. Кстати, заметьте, ребят, на лоу хпшки бегаю, и единственный, кто меня нормально дэмэджит, это башня. А все остальное просто чепуха. Все. Вот это финал. Если сейчас на меня не переключится, то им смерть. Их цитадель падает, и это самая крутая... Ой. Вот видишь, накаркал. Нет! А! Больно. Там осталось сделать 2-3 удара, и все. Я же говорил, если на меня цитадель не переключится, будет все зашибись. Ну, увы, не дали они мне даже фразу-то закончить по поводу того, что это самая крутая каточка за Артура. И все-таки Артур довольно годный герой. Довольно годный персонаж, который отлично себя показывает в игре. Давай, 5 секунд, я возрождаюсь, и, скорее всего, уже добьют без меня башенку. Мне не дадут ничего сделать и не дадут заработать пару фрагов. Две смерти, блин, много, если честно. Кто-то там ни разу не умер, по-любому. Вряд ли MVP я получу, фрагов у меня немного, да и помощь всего 4. Погнали, на максимальных ускоряшках-то. Погнали, да! Больше фрагов!
Хочу еще парочку. Хочу MVP-шечку. Давай, 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 давай. Я уверен, что я смогу тебя убить. Мужик, давай. Сразись со мной на полную силу. Сделай это. Сука, оглушил меня, прикинь. Он меня оглушил. Куда ты, сука, уходишь? Ушел. Ты представляешь, он ушел. А! Я безумно зол. Это был мой фраг. Это была моя заявочка на MVP. Тварь ты такая. Ну давай, 1 в 3. Поехали. Сразимся, да? Поехали. Давай, скотина. Подойди еще ближе. Я готов. Я готов дать битву. Ну же, ну же. Ах, боятся. Боятся они бородушку. Знают, насколько все плохо. Для них. Я горю прям, я прям горю, ребят. Там осталось сделать всего один удар. Это еще одно приближение к MVP. Я хочу. Я жажду этого. Давайте. Сокрушим их цитадель. Надерем им задницы. Мне нужно отойти. Тихо. Собрались, собрались. В атаку. Зак Бастион! Да! Вот она великолепная победа. Вот победа, которая достойна вашего лайка и комментария. К сожалению, MVP я не получил, но я доволен. Последняя битва за Артура принесла мне максимальное удовольствие. И больше удовольствия я, наверное, еще не получал ни разу, играя в Arena of Valor. Так. Давайте-ка посмотрим, что у нас там по рейтингу. 11.1. Ну, блин, довольно слабо я отыграл, согласен. Много раз я умер, меня это бесит. Ну, а так в целом, в принципе, неплохо. Спасибо тебе, дружище, за то, что ты меня посмотрел. Спасибо за твой вкусный лайк. По поводу Артура, это крутой и очень прост в освоении персонаж. Никаких претензий мне к нему нету, поэтому я рекомендую поиграть в него на самом начале. В принципе, как персонаж, которому учиться играть в ближнем бою, учиться танковать то, что надо. Вот такой вот вывод. Всем спасибо, пока-пока.